Всем привет. Сегодня мы будем начинать ремонт вот этой Нивы. Вытащил я опрокидыватель после зимней спячки. Ну и на лето будем его активировать. Значит, что там по ней, я покажу позже. Когда сейчас опрокину его. Ну вот так вот выглядит все это дело после подъема. Значит, что у нас сейчас снимем заднее колесо. Доступ к днищу свободный. Абсолютно. Не забываем сразу устанавливать страховочные опоры. В моем случае это вот такая штука. Ну, здесь по желанию. Можно просверлить здесь отверстие, которое будет стопориться. Можно установить здесь. Изготовление подъемника есть на канале. Можете там, точнее, прокидыватель. Можете там посмотреть все это дело. Значит, подъемник сделан с расчетом на въезд сюда заднего колеса. Им можно использовать, то есть, говорю, заднего, переднего колеса. Его можно использовать, то есть, при невозможности зацепиться за огневые пороги, поднимать. Въезжаем на подъемник колесом и поднимаем. Ну и можно поставить было вот этими двумя балками непосредственно. Но для этого нужно будет здесь сделать такая тележка, которая будет кататься, так как при подъеме будет. Ну, в принципе, сейчас нагрузки на подъем здесь нету. Сейчас здесь может, я не знаю, килограмм вот цепи, которые здесь удерживают, может, килограмм 100, не больше. То есть в начале, если когда мы опрокидываем, мы преодолеваем нагрузку, сколько она тонну весит, да, и мы ложим ее на бок, то вначале это будет там килограмм 500. То в этой точке уже подъем идет легко, так как распределение массы ушло, центр тяжести сместился на правый бок, и здесь килограмм 100. Так что здесь особой такой необходимости в опорах нет, так как практически здесь нагрузка сейчас отсутствует. Но я все равно что-нибудь сейчас поставлю. Как говорится, береженного Бог бережет. Ну и с той стороны нужно желательно с этого бока как-то тоже поставить какую-то опору. Ну, мало ли что. То есть сейчас у нее баланс такой, что оттуда вам можно не очень. Хотя, в принципе, это еще не тот поворот, который бы мог ее опрокинуть, вот как бы нам там колеса не повредить. Или диск не погнуть. Нужно вот эти вот уголки заменить на площадку. Варить трубу. Сейчас я, наверное, опущу все-таки все это дело назад, и немножко нужно доработать подъемник, потому что видно, что в каком положении находится резина. Я туда вырежу кусочек металла и сделаю трубу. А немножко, чтобы... В общем, посмотрите. Что-то я боюсь ее так оставлять. За резину боюсь. Ну, а что у нас, если мы смотрим здесь, то, в принципе, у нас здесь разбило вот крепление под тягу в самом лонжероне. Здесь вот у нас трещина, лонжерон гнилой. Здесь нужно вкладывать, влаживать вкладки. Ага. А здесь вот я вижу вообще вырвана тяга. Вот она била сюда. И немножко, наверное, подвинулся мост сюда. Да, по подвеске здесь, конечно, работы пруд-пруди. Так. Ага. Ну что ж, будем делать
то, о чем попросили. Пока. А там будет видно. Здесь тягу эту. Вари, не вари. Я не думаю, что есть смысл ее варить. А потому что ее все равно оторвет. Это к бабке не ходи. Вот так. Ну, приварим. Приварим, посмотрим, что там. Что там у нас будет. Ну что ж, пока на этом я закончу это видео. В следующем видео я уже включусь, когда доработаю подъемник, опрокидыватель. И мы уже приступим непосредственно к ремонту. К ремонту вот лонжерона. Ну вот такая вот у нас предстоит работа. Всем пока, удачи и до следующего сюжета.